Денис Александрович, напомните, когда был принят закон, известный всем как закон о комендантском часе, и что он подразумевал? В 2009 году депутаты Краевого законодательного собрания приняли закон об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах. И, по сути, там было два блока ограничений. Первое – это ограничение пребывания несовершеннолетних в ночное время. Это самый известный блок ограничений, так называемый закон о комендантском часе. Он получил свое название, да, когда несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет до 23 часов должны были находиться, а младше 16 лет до 22 часов, ну и до 6 утра по местному времени. И менее известное, менее распространенное ограничение в информационном пространстве – это пребывание совершеннолетних в определенных местах. Это различные места, рестораны, бары, кафе, где только алкогольная продукция продается. Есть нестандартные места, типа теплотрасс, коллекторов, соответственно, шахт лифтов, строительных объектов. То есть те объекты, где может быть причинен вред здоровью, физическому, нравственному или духовному развитию несовершеннолетнего. Вот такие два блока ограничений. Вы же наверняка тесно сотрудничаете с правоохранительными органами и наверняка подводили какие-то итоги, что этот закон дал свои плоды и уменьшил количество каких-то там несчастных случаев с детьми. Какую основную, так скажем, задачу этот закон решил, а мы можем уже говорить и оценивать, да, 13 лет прошло с принятия данного закона. В первую очередь это снижение подростковой преступности. И второе, ну, наверное, не менее важное, а даже, наверное, более важное, это совершение правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних. Действительно, это оказалось действенной мерой. Прошло 13 лет, почему было решено внести какие-то изменения в этот закон? Сейчас мы посмотрели на то, что, в принципе, есть уже, ну, определенные такие сложились виды бизнеса, отношения социальные, которые нужно урегулировать. Наверное, та тема, которую, возможно, упустили на тот момент, а возможно, это связано с тем, что у нас, ну, количество ветхих объектов повышается, это присутствие на бесхозных объектах и в ветхих зданиях и сооружениях. Поэтому в этой части тоже мы предлагаем внести ограничения пребывания совершеннолетних в данных местах. Ну, мы понимаем, что это вполне логично. Что касается таких оригинальных предложений, хотя, может быть, они и такими не являются, судя по распространению, это, например, так называемые кальянные бары, где продаются вейпы, и, соответственно, мы знаем, что ранее они не были распространены 13 лет назад, и никто и не знал такого, соответственно, института. Но сейчас они получили широкое распространение, а их нет. Ну, соответственно, естественно, учитывая там тягу подростков к новым там ощущениям, наверное, стоит ограничить такие места пребывания. Ну и если мы говорим о таких институтах, как места ставок, букмекерские конторы, понятно, что это все у нас в онлайне в большей степени на сегодняшний день происходит, но тем не менее такие есть пункты приема ставок. Наверное, тоже важно детей ограничить пребывание в них. Резонансно так получилось в рамках обсуждения, это ограничение пребывания совершеннолетних на несанкционированных пляжах. Да, это тема дискуссионная, потому что на сегодняшний день у нас официально оформлено там более 60 мест для купания. Это, ну, для 69 муниципальных районов и городских округов явно недостаточно. Поэтому здесь наша задача выработать такое предложение, которое бы, ну, во-первых, не ограничило возможность детского пребывания на водоемах, да, но тем не менее делало такое пребывание безопасным, потому что, ну, около 20 случаев в год детской смертности, по оценкам МЧС, происходит именно по причине того, что без надзора родителей, взрослых, опекунов, соответственно, дети пребывают на несанкционированных объектах. И, конечно же, это, ну, печальная статистика, жизнь каждого ребенка важна. Поэтому наша задача, с одной стороны, не ограничить их пребывание, ну, это летний отдых, мы понимаем, насколько он важен для ребятишек, но, с другой стороны, сделать его безопасен. Важно учитывать принцип соразмерности, потому что это все-таки есть села, небольшие населенные пункты. Вы прекрасно понимаете, что, наверное, там в населенном пункте, где проживает менее 500 человек, санкционированный пляж, вряд ли
кто-то делать будет. Соответственно, здесь и речка-то может быть по колено ребенку совсем небольшая. Ну, принцип разумности, соразмерности должен учитываться, поэтому мы прежде всего говорим о контроле со стороны родителей этого пребывания для безопасности детей. На сегодняшний день мы подготовили изменения, будет идти обсуждение с непосредственно субъектами, которые задействованы, с правоохранительными органами, с муниципалитетами. После обсуждения, ну, наверное, в апреле, если мы успеем подготовить уже выверенный законопроект, как раз отточим все позиции, будем рассматривать.